Добрый день. Поступило письмо, очень большое по объему, но тем не менее я его прочитаю целиком. Оно посвящено вопросу самодиагностики автора этого письма. И, на мой взгляд, он допускает некоторую гипердиагностику, но свой комментарий я скажу позже и достаточно кратко. Так, автор письма пишет о себе. 26 лет, 9 лет болею, авторский термин, доброкачественной велотекущей негативной шизофрении. Началось все в классике жанра, 17 лет, период приближающегося совершеннолетия. Я заканчиваю школу, собираюсь поступать в ВУЗ. Подготовка к ЕГЭ, нагрузка колоссальная. В 11 классе стал замыкаться в себе, начала появляться некая эмоциональная холодность, в кавычках, но пока слабо. После успешной сдачи всех ЕГЭ и поступления в ВУЗ аутизация стала нарастать. Первый звоночек шизофрении. Мать была против поступления в ВУЗ, говорила, не поступишь. Шизофреногенная, авторитарная, больная женщина. Это я уже сейчас понимаю. Но тогда подобное поведение стало для меня сильным потрясением. Мать не верит в своего сына. Собственно, в ВУЗ я поступил довольно успешно, но здоровье стало ухудшаться, нарастающая аутизация, замкнутость, отгороженность от группы, холодность, тупость. Одногруппники надо мной смеялись, родители на странности внимания не обращали. Первое время учился на одни пятерки, но потом учебу быстро забросил. Стала кружиться голова, появились навязчивые мысли извращенного характера касательно своих родителей. Мысли пугали, но в голову лезли без спросу, как так скажем. Стала нарастать компульсивная составляющая. Часто и подолгу мыл руки, крутил в голове определенные мысли в определенном порядке, определенное количество раз. Дальше больше. Появились панические атаки. Работать стало невозможно. Лежал в психбольнице. Там впервые познакомился с нейролептиками. Вообще за 9 лет я их уже много перепробовал. Респалепт, Клофотексен, Пронастан. Сейчас пью Сероквиль по бесплатной региональной программе и чувствую себя относительно. Так вот, после атипиков и трицикликов панические атаки ушли и больше тьфу-тьфу не появлялись. Продолжал учебу в ВУЗ, с горем пополам доучился до 5 курса, но по великому везению именно на финишной прямой болезнь стала обостряться, стала нарастать негативная симптоматика. Сферы психики стали объединяться, появилась апатия, депрессия, потупление интеллекта. Стало трудно концентрироваться на тексте дипломного проекта. Более того, я перестал понимать смысл самого диплома, зачем он нужен, что он мне даст. Ответ на эти вопросы я не нашел. Добавок к смысловым вопросам касательно учебы стали навязчиво терзать вопросы смысла жизни, философской интоксикации. Автор письма так указывает. Ночные беседы с самим собой о глобальных вопросах бытия, симптомы налога. Опять-таки термин автора. В итоге учебу бросил на 5 курсе перед самой защитой, даже ГОСы сдав. Обидно, но что поделаешь. В связи с экстренным положением дел был переведен на бесплатную региональную программу получения антидепрессантов и антипсихотиков. Предложили оформить третью рабочую группу инвалидности, отказался, ибо инвалидность еще сильнее инвалидизирует. Это все в терминах и определения автора. Год работал грузчиком, буквально до недавнего времени, пока не уволился. Стало тяжело справляться со своими обязанностями из-за негативных симптомов. И возникшего у меня буквально в этом году нового симптома – повышенной дневной сонливости, вне зависимости от приема антипсихотиков. Сейчас нахожусь в поисках новой работы, принимаю Сероквиль. В целом чувствую себя относительно комфортно. Позитивных симптомов нет вообще. Ну, то есть бреда, галлюцинаций. Негативных практически ни-ни. Многочасовые разговоры с самим собой – еще имеются симптомы налога, осознание бессмысленности жизни, что шизоидов тяготит, самолично читал, сейчас не беспокоит, смирился. Девушек, наверное, имелось в виду, боюсь, знакомиться не умею, инициативно динамлю, секс был раз в жизни, не скажу, что понравилось, как-то безразлично к нему отнесся. Шизофрению читал много, общался на форумах больных. Помню, в одной статье прочитал, что при шизофрении наблюдается аномально низкая активность в лобных долях мозга. Наверное, именно поэтому у меня без антипсихотиков, меня постоянно сдавливает, сжимает во лбу. Сейчас пью Сероквиль, как уже сказал, и на дискомфорт во лбу не жалуюсь. Замечал, что отец трет свой лоб, лежа на диване. Иногда высказывает обрывки мыслей вслух, симптом мышления вслух. Терминология автора. Как и я, разговаривает сам с собой, что активно отрицает эмоционально, холоден, туп, шизофрения у него, запятая, передавшаяся мне по наследству и добитая шизофреногенной матерью. Живу один. С отцом общаюсь, с матерью нет. В скобочках шизоид – это ребенок, которого ненавидим. Семью и детей заводить не планирую, опять же, в силу наследственности, разве что жену с ребенком, и то не факт. Диагнозы прогрессировали следующим образом. Депрессивно-фобическое расстройство на фоне декомпенсации характера по шизоидному типу.
шизоидное расстройство личности, шизотипическое расстройство, диагноз установленный и стоящий до сегодняшнего дня. Сам себе диагностирую наследственную, доброкачественную, долготекущую, негативную шизофрению с преобладанием когнитивных нарушений. Симптомы налога, резонерство, повторение определенных мыслей в определенном порядке, определенное количество раз. Вопрос к вам как такового не имею, просто был рад поделиться своей историей, пополнить ваш клинический опыт. Разве что подскажете, как бороться с мыслекрутом, как не реагировать остро на критику у меня как шизофреника, это есть. Стоит ли опасаться разговоров с самим собой, симптом монолога злокачественен, ибо свидетельствует об отсутствии потребности в партнере по общению. Не повлияет ли негативным образом то, что предпочитаю виртуальное общение реальному и даже несмотря на работу веду затворнический образ жизни? И еще, будьте добры, объясните за сдавливание во лбу у меня и, по всей видимости, у отца, так как он трет лоб. Это как-то связано с аномально низкой активностью лобных долях головного мозга? Вопрос. Как-то под тираквелем лоб, так-то под тираквелем лоб меня не беспокоит, а значит, это точно из-за шизофрении. Но, тем не менее, мне это просто интересно, связь шизофрении с лобными долями головного мозга. Ну, да, просьба озвучить письмо на YouTube. Письмо озвучим. Теперь по сути. Честно говоря, естественно, я не могу говорить о постановке диагноза, о снятии диагноза, о замене диагноза, либо о чем-то еще, но из того, что вы описали, и из того, как вы это описали, даже в большей степени, о чем можно говорить? Можно говорить о том, что вы имеете в общем и целом достаточно связанное мышление, то есть говорить о каких-то когнитивных нарушениях, характерных для шизофрении, в большей степени, скорее, не просто когнитивных нарушений, а нарушений мышления, типичных для шизофрении, нельзя. В общем-то, все изложено максимально четко, логично, последовательно. Мало кто из невротиков в состоянии вот так вот четко изложить на двух с лишним страницах письма свою историю. По большому счету, вопросов даже как таковых к вам нет. Все описано очень хорошо. Это не слишком типично для шизофрении. Тем более, если вы говорите о, как вы формулируете, сейчас скажу, наследственная, доброкачественная, вялотекущая, негативная шизофрения. Не похоже по тяжести расстройства, не похоже по изменению стиля изложения, по наполнению информации вашего письма, по формулировкам, по компоновке информации, что у вас имеют место какие-то серьезные когнитивные нарушения. Естественно, могу ошибаться, не претендую на истину в последней инстанции, но все-таки мне кажется, что говорить в вашем случае о диагнозе шизофрении было бы несколько преждевременно. И тот диагноз, который у вас выставлен, шизотипическое расстройство, на мой взгляд, вполне достаточен. По поводу негативной симптоматики. Да, вы описываете элементы негативной симптоматики, но сказать, что она вот прямо такая уж у вас очень сильно выраженная, ну, я бы не сказал. Что четко у вас присутствует, да, то есть обсессии навязчивые, прокручивание мыслей в определенном порядке, в определенное количество раз, то есть да, это классическая навязчивость, классическая обсессия. Вы называете ее компульсией, правда, не указываете, что этому не абсолютно невозможно противиться, но обсессивно-компульсивное расстройство, да, с этим я полностью согласен, вопросов не вызывает. Они могут быть диссоциированы и с шизотипическим расстройством, и с шизофренией. Но все-таки говорить о том, что та симптоматика, которую вы перечислили, то, что вы описали и как вы описали, это все-таки шизофрения, я бы не стал. Опять-таки, такой момент, наличие панических атак, острая реакция на критику. У шизофреников с негативной симптоматикой реакция, как правило, вялая. То есть негативная шизофрения подразумевает истощение психики, истощение эмоционального ресурса, апатико-абулическая симптоматика. Реакция может быть негативной, но она не бывает яркой практически никогда. Это, в общем-то, как диагностический критерий на шизофрении какого-то другого расстройства. Шизофреник реагирует вяло, он может реагировать агрессивно, но эмоционального заряда в его реакции, как правило, нет. По вашему описанию, у вас он имеет место быть. Вы, на мой взгляд, все-таки несколько склонны к гипердиагностике, потому что, опять-таки, то, что вы перечисляете, да, для шизотипического расстройства, допустим, возможно. Обсессивно-компульсивное расстройство, могу согласиться. Говорить о шизофрении я бы не стал. Более того, опять-таки, если бы мы говорили о шизофрении в чистом виде,
характер, опять-таки, негативной формы, которую вы говорите, негативной симптоматики, характерна апатико-булический синдром. У вас четкие планы на будущее, то есть семью я не буду из-за наследственности. Возможно, жена с ребенком. Работа так, работа этак, там не работаю, здесь работаю, хочу пойти на работу. То есть вы строите реальные планы, вы планируете свою жизнь с учетом болезни, но тем не менее. Это не характерно для больных шизофрении. Как бороться с мыслекрутом? Ну, естественно, дать какие-то рекомендации, как вам вылечиться вообще от обсессивно-компульсивной симптоматики по интернету, с учетом того, что вы принимаете достаточно мощные нейролептики, это проблематично. Можете попробовать то, что описано в нашей программе. Мне кажется, что все-таки в вашем состоянии, помимо вот этих вот шизотипических проявлений обсессивно-компульсивных элементов, есть и значительная доза невротической симптоматики. Вот в плане невротической симптоматики, может быть, это заденет и обсессии. Вы можете использовать нашу программу по самостоятельной коррекции психоэмоционального состояния. Ссылка внизу экрана. Стоит ли опасаться разговоров с самим собой? Не стоит опасаться разговоров с самим собой. И вообще, я тоже не склонен считать это вот именно таким вот симптомом монолога, который злокачественно свидетельствует об отсутствии потребности в партнере по общению. Не похоже по вашему описанию. Вот, да, формально можно так сказать, а по ощущениям я не могу ссылаться на объективные данные, потому что ваше письмо само по себе субъективный материал, но по ощущениям все-таки это не так. То есть опасаться, что это страшный злокачественный симптом, который как-то вас разрушит, вашу психику не следует. Не повлияет ли негативным образом то, что предпочитаю виртуальное общение реальному? Ну, естественно, вы сами, в общем-то, формулировки вопроса даете и ответ. Конечно, если человек имеет проблемы с общением, если человек это вызывает определенные трудности, и он сам расценивает это как проблему, то для того, чтобы эту проблему решить, замыкаться и ограничивать круг общения нежелательно. Желательно, наоборот, понемножечку расширять круг общения. По крайней мере, пытаться. Относительно сдавливания во лбу, обмена веществ в лобных долях головного мозга и связи всего этого с шизофренией. Да, при шизофрении наблюдается снижение обмена веществ в лобных долях головного мозга. Уменьшение потребления глюкозы лобными долями головного мозга – это подтвержденный факт. Но дело в том, что это не нозоспецифическая находка. То есть этот феномен может присутствовать не только при шизофрении. И самое главное, то, что касается вашего вопроса, этот феномен никак не отражается на самочувствии пациента. То есть человек не чувствует боли в области лба, трения, жжения или еще чего-то. То есть при шизофрении обмен лобных долях головного мозга действительно замедляется, снижается, но какими-то соматическими болезненными или дискомфортными симптомами это никак не проявляется. Поэтому то, что лоб вас беспокоит, на мой взгляд, больше является признаком именно невротического переживания. Вы получили эту информацию, вы имели какой-то феномен, мало ли какой-то, масса может быть чего угодно, и он у вас четко зафиксировался именно в невротической связке, что вот лоб болит, значит это точно шизофрения. То, что под сироквилем эта симптоматика исчезает, ничего удивительного нету. А нейролептик подавляет всю психическую активность, в том числе и невротическую. На мой взгляд, вам следует все-таки обратить внимание не столько на шизофрению, поскольку вы так уже себе выбрали, по ощущению, по крайней мере, моему диагноз, и находите массу его тому подтверждений. На мой взгляд, вам следует, как мне кажется, могу ошибаться опять-таки, все-таки попытаться посмотреть, что это может быть помимо шизофрении, и искать не подтверждение диагноза, а способы адаптации к текущей жизненной ситуации. Ну вот, как самый элементарный первый шаг, можно использовать нашу программу, дальше смотреть. Там по ходу программы будут предлагаться другие варианты. Вот, так. Вот таким вот образом. То есть я не склонен разделять ваш диагноз шизофрении. Скорее можно говорить о шизотипическом расстройстве и наличии невротических расстройств, может, обсессивно-компульсивного. И в плане лечения тоже. Возможно, вы понимаете, вот по вашему описанию непонятно. Вы принимаете нейролептики, вроде бы, да, под ними лучше, но под ними уходит не шизофреническая, как вот мы ее можем условно назвать, негативная симптоматика, да, под ними уходит невротическая симптоматика, которая у вас есть. Панические атаки – это не симптом шизофрении, это типичнейший невроз. Обсессии тоже не обязательно ассоциированы с шизофренией. Так что вот мое впечатление от вашего письма, что
помимо возможного шизотипического расстройства, которое, да, вероятно, у вас есть невротические расстройства, что вполне может быть обсессивно-компульсивное расстройство. А вот наличие шизофрении представляется мне весьма сомнительным. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.